Время бессистемной застройки городов прошло. Необходимо лучше продумывать общественные пространства. Об этом говорили на заседании Совета при главе республики, который курирует этот вопрос. Среди тем обсуждения – состояние градостроительной документации региона и презентация инвестиционных проектов комплексной застройки. Подробнее Сакинат Малаева. Основная проблема практически для всех городов и районов – устаревшая градостроительная документация, а то и вовсе ее отсутствие. Без этого документа сложно исключить хаотичную застройку, сохранить индивидуальность и архитектуру города, предусмотреть общественные территории, напомнил глава республики Владимир Васильев. В то же время ряд положительных перемен происходит по республиканской программе «Мой Дагестан. Комфортная городская среда». В 2020 году, в отличие от предыдущих лет, средства на благоустройство своих общественных территорий получили все муниципалитеты. 52 муниципалитета получают более миллиарда рублей по плану, 246 объектов. Но мы видим, кстати, с учетом экономии, мы выходим уже не на 246, а на 270 объектов. Но при этом не потерять качество. Наша задача. И вот что я хотел бы с этим еще сказать. Вот все связывается между собой. Мы говорим про городскую среду. Это еще и вопрос, конкретно вопрос нашего сбора нами транспортного налога. Мы начинали с 300, с небольшим миллионом, потом дошли до 780, это был 2018 год. И тогда, помните, главы, мы отдали все вам, в район, весь этот налог. Ничего не оставили на федеральном, и даже Махачкалу обошли, понимая, что вы ничего раньше не получали. И вы стали использовать эти средства. И сегодня я благодарю тех, кто этим занимается, и будем спрашивать всех, кто это не дорабатывает. Огромная работа по градостроительной документации ведется в Комитете по архитектуре и градостроительству. Кроме того, по нескольким городам выделили общественные пространства. Осталось обсудить проекты с людьми и утвердить. Махачкалы, в том числе, из Дербентов очень много программ, которые и других городов, и Кизилюрта, и практически во всех городах прорабатываем, даже проводим. Спасибо большое Владимиру Владимировичу, выделили нам на конкурс небольшую сумму денег. И мы проводим всероссийский конкурс, где будут участвовать архитекторы именно на общественное пространство. Здесь вот Махачкала, Владимир Владимирович, вот эти большие территории мы хотим как раз, и обсуждали с Алманом Кадьяровичем, это и Антавский лес, это и озеро Агюр, это и улица Кахмасова, это набережные. Все мы подготавливаем эти объекты к тому, чтобы обсудить это с людьми. В столице Дагестана генеральный план есть, но он 2010 года. По мнению мэра Махачкалы, документ давно необходимо актуализировать. Затягивание этого вопроса тормозит реализацию некоторых крупных проектов, в том числе и реконструкцию проспекта имени имама Шамиля. Мы изыскали на это средство, и в ближайшее время мы будем выходить на заказ научно-исследовательской работы по комплексу анализа территории. После того, как мы разработаем комплекс анализа территории, на основе этого, в взаимодействии с Комитетом архитектуры Республики Дагестан, будем разрабатывать техническое задание уже на глубокую переработку генерального плана, что позволит, как Владимир уже сказал, развитию Махачкалы в правильном направлении, которое не просто архитектурный облик поменяет, но и позволит экономике более эффективно функционировать. Должны быть комплексная программа развития и свой архитектор. Это обязательные два условия для процветания и сохранения стиля любого города, считает мэр Дербента Хизри Абакаров. Сегодня над этой задачей в древнем городе работает группа приглашенных специалистов. Они нам сделали более 50 мероприятий. Из этих 50 мероприятий мы выбрали задачи, которые можно быстро решить, и задачи, которые имеют долгий план. Это, например, строительство набережной, канатная дорога, дворец спорта, образовательный центр и так далее. Далее презентовали три крупных проекта, которые планируют реализовать в ближайшие годы в столице Дагестана. Это планы по развитию малоэтажной индивидуальной застройки на территории ипподрома, комплексной застройки в районе завода стекловолокна и строительство экспозиционного центра на одной из улиц Махачкалы. В ходе обсуждения глава региона отметил, идеи хорошие, но их перед утверждением специалистам необходимо еще раз детально изучить.
Свет Малаева, Ибрагим Магомедов, Камила Раджабова. Время новостей.